Дорогие россияне, поздравляем мы всех вас с Новым годом. Пусть этот год будет добрым и веселым. Мне не дали выступить по телевидению, но у нас есть интернет. Сейчас я не могу изменить вашу жизнь к лучшему. Но я вам дарю немножко тепла и еще улыбки. Любите родных и близких. И вам подарит Дед Мороз подарки. А сейчас я расскажу вам стихотворение новогоднее. Папа елку наряжает. Он сказал, что детям всем этой ночью разрешают не ложиться спать совсем. Еще раз. Давай. А сейчас я расскажу вам стихотворение новогоднее. Папа елку наряжает. Он сказал, что детям всем этой ночью разрешают не ложиться спать совсем. Раз в году такое можно, только раз под Новый год. Ну, представьте, как наложено, как назло, зевает рот. Сторожу свою квартиру, жду ответа на вопрос. Как подарки в этом мире нам приносит Дед Мороз? Как он к елке приберется? Где его волшебный путь? Буду я с собой бороться, чтоб дождаться не уснуть.